Привет, 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 мои дорогие друзишечки! Unknown, сегодняшняя игра посвящена именно этому. То есть приключениям по лабиринтам в поисках золотых слитков. Но это следует из описания к игре. Давайте нажмем play и просто начнем играть. Без лишних слов. Потому что и так страшно. Итак. Так, мы начали. Ну, в общем, нужно сбегать от ловушек и искать, мать твою, золотые черепки, епта. Золотые слитки. Открывайся, открывайся, подонок. Итак, мы начинаем приключение. Пробуем на вкус игру Unknown. Наша задача найти черепки. Черепки? Черепки. О, красиво, красиво. Бумажки висит. Итак, открывайся. Ой, 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 ой. Плохо дело, плохо дело, плохо дело. Так. Эй, у меня тут оружие есть. Не подходи ко мне, не подходи. Так. Кстати, в верхнем экране, в верхнем углу, в левой стороне можете наблюдать Fear, да, вот один из восьми в данный момент у меня. Это страх. То есть, когда набираю 8, я умираю. Так, тихо-тихо-тихо. Блять! Обосраться можно! Почему я умер? Что я сделал не так? Я всего лишь стоял на месте! Я не хотел! Ладно. Двигаемся, двигаемся дальше. Наша задача искать слитки. Слитки, слитки золота. Так. Так, здесь уже какой-то рандом, да? Здесь черепа нет. Отлично. Давайте пойдем сюда. Давайте пойдем сюда. Так, здесь... Ой, ой, здесь какая-то дымка. Дымка черная. Так, давайте пойдем сквозь нее. Надеюсь... Упс, что за говно? Что такое? Что? Я потерялся в пространстве. О, слушайте, какую-то башню нашел. Башня... Так, надеюсь, здесь все хорошо. Так, я тебя не боюсь. У меня есть ствол. Так, это что-то плохое, да? Что здесь нужно делать? Здесь нужно перепрыгивать, да? Не знаю. Наверное, я сделал... Поздно заметил. Твою мать. О, я был уверен, что я пройду это место. Но я его не прошел. Так, давайте попробуем еще раз. Ну, хотя бы один слиток-то я должен найти. Так, вперед. Давайте пойдем сюда. Этот коридор должен... А, вот, вот, смотрите, ловушка. Да, сюда наступать не стоит. Так. Еще одна лесенка, отлично. Отлично. Так, тихо, тихо, тихо. Без лишних движений. Эй! 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 Зачем вы гаситесь? Мне так страшно и темно. А без фонарика-то и без факела еще страшнее. Так. Еще одна дымка. Так, давайте пойдем. О, я прошел через нее. Замечательно. На самом деле это не так страшно. Как может показаться на первый раз, да? Твою мать. Это довольно глупая затея. Наверное. Так. У меня такие ощущения, что я просто развернулся. Давайте вернемся обратно. Может быть, я куда-то приду? А бег здесь не работает. Вот эта дымка, она как-то разворачивает тебя или меня. О, отлично. Вау! Вау, 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 вау! Почему с неба падают голые мужики? Это, наверное, и круто, все-таки я был прав. Да, эта дымка разворачивает. И то, что на меня упали голые мужики, это как-то... Нет, 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 дружище. Плохая затея. Так, а здесь что? А там коридор, да, очередной? Ну, наверное, стоит все-таки пойти туда. Твою мать. Ох. Какого хрена? Вау, кровь. Так, заходить нельзя, к сожалению.
Твою мать, где я вообще? Ой, ой, что-то здесь нездоровое происходит. Я бы дал вам 5, но я боюсь, вы меня сожрете. Так. Что за... Ой, ой, звуки какие-то нездоровые. Так, и что, я куда пришел? Здесь ничего нет. И у меня уже один страх. Твою мать. Так. Так, ребят, только не смотрите на меня. Я не буду смотреть на вас, вы не смотрите на меня. Мы квиты. Мы все сделаем взаимовыгодно. Ой. Так, тихо. Я ухожу. Все хорошо. Не агритесь на меня. Пойдем дальше. Так, собрались мы же, мужики, ёпта. Чё нам бояться? Я иду вперед. Я вижу ловушку, я ее обхожу. Так. Вы меня слышите? Я вас не боюсь. Появись, кто бы ты ни был. Закрытая дверь. Где-то, видимо, здесь должен быть механизм, да? Механизм, где ты? Нет механизма. Идем дальше. Так, что это такое? Что это? У меня второй страх! Ой! Эта хрень бегает сквозь стены, да? Твою мать, она сзади. А у меня тупик. Прекрасно! Шикарно. Привет. Я Нептунчик. Твою мать. Я не ожидал, что здесь будет 2 черепа. Я почему-то думал, что 1. Ладненько. Давайте попробуем последний раз. Испытаем судьбу, удачу на... Ой, твою мать. Я почему-то думал, что у меня всего лишь потратится что-то вроде одной жизни, да? Но если эта хрень полетает ко мне вплотную, то у меня вылетает жуткий скример, я умираю. Так, пойдем вперед. Мы еще здесь не были, да? Здесь, значит, тупик. Какой-то знакомый тупик. Так, все хорошо. Вы сейчас будете гаснуть, да? Ух ты. Показалось, механизм. Так, слушайте, дыхание какое-то нездоровое. Ух ты, здорово. Ой, блядь. Ой. Все хорошо, все замечательно. Блядь. Жопа с ручкой. Нахерись я пришел. Я больше никогда сюда не приду. Твою мать, у меня шурки вспотели. Там какой-то беспредел происходит. Нет, спасибо, я туда больше не вернусь. У меня уже 3 страха из 8. Жесть какая. Я в панике. Так, все, успокойся. Эти звуки. Так, я не помню, был ли я здесь. Так, все, окей, пойдем сюда. Так, окей. Ой, блядь, что такое? Что это было? Ничего себе, прикольно. Так. Блять, это говно! Говно со мной летит! Хватит это делать! Твою мать, вот сюда. Пожалуйста, давай сюда. Отлично. Так, собрались. У нас же остальные яйца. Чем мы боимся? Я не понимаю, что я здесь вообще брожу? Я за всю игру не нашел ни одного слитка. Так, что за звуки? Блять, это красное. В описании игры сказали, что здесь есть слитки, которые нужно найти. Но я не нашел ни одного слитка. Меня как будто обманули. Я же испугался, думал, тупик. Тупики здесь очень-очень неприятное явление. Так, тихо. Так, ну сзади все спокойно, да? Значит, все должно быть замечательно. Так, куда пойдем? Давайте пойдем направо. Направо. Право приведет нас куда-нибудь в хорошее место. Мать твою! Что это? О, блядь! О, тихо, только не ори. У меня уже 6 из 8 страха. Так, есть вперед. Давайте наверх пойдем. Блядь! Твою мать! Опять голые мужики прыгают с неба. А здесь тупик. Шикарно просто. Так, ладно, возвращаемся. Твою мать.
Ай, блядь, нахер так делать? Тихо, пожалуйста. Последняя жизнь. Если меня убивает сейчас, я просто завязываю нахер с этим дерьмом. Просто хватит с меня этих приключений. Пожалуйста. Так, почему здесь не работает shift? Мать твою. И где эти сраные слитки? Что здесь делать нужно? Непонятно. Ладненько. Давайте немножко успокоимся. Все же хорошо так. Вот здесь мы, да, не были. Так, идем. Да замечательно просто. И эта хуйня бежит. Блять, я не знаю, как... Нет, все, хватит. Хватит этой психоделики на мои детские неогрепшие мозги. Спасибо, ребят, надеюсь, вам понравилась эта игра. Обязательно скачайте, игра называется Unknown. Я не знаю, какие здесь нужно искать слитки, я ни одного не нашел. Но надеюсь, вам повезет больше, чем мне. А пока дайте мне расслабиться и покинуть вас на этот вечер. Всем пока и до новых встреч.